Здравствуйте, рады мои. Кто вам не рад, тоже здравствуйте. Рады мы, смотрю видео на ютубе, называется «Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году». Прямой эфир состоялся 30 июня 2021 года. Ну вот он скучил, рады мои, и вот у меня что, глюк или, рады мои, мне так одному кажется, у него, посмотрите, вот эта вот сторона, получается, левая. Видите, как? Вот как больше, и глаз левый больше, и вот, рады мои, сразу вот челюсть, видите, вот тут челюсть как бы, какой-то, это что такое-то, рады мои, вот смотрю, и рады мои, и вот почему-то вот это вот я вот вижу, сейчас еще найду какой-то кадр. О, блин, ну сейчас. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Сейчас. И продолжаю. Звук надо вырубить, звук вырубить, вот, пожалуйста. Посмотрите, левый глаз больше, челюсть с левой стороны больше. Это вот, это что, перекосило-то так, рады мои, в левую сторону-то. Вот, почему так? Это мне глюк или что, рады мои? Давайте еще чуть посмотрим. Вот близко. Давайте сейчас повернется. Блин, отвернулся. Что ее показывают вот эту? Кирбулдык тук-тук, блин, или, а, это повтор, вот, ну-ка, давайте-ка здесь, ну, а что же, блин, далеко показывают-то? Опять это, блин, показывают, вот, что-то было вроде. Вот, давайте-ка, ну блин. Что же тут у меня рисует, что... Да всякую, блин, покажу. Вот. Вот, рады мои. Вот смотрите, ну вот даже века, вот смотрите, вот левая сторона, смотрите, какая здоровенная. Тут вот через что-то выперло. Ну что это? Все, рады мои. Ставьте нравлики, не нравлики, пишите отзывы. Что за вот такой вот? Что-то нашему президенту, рады мои, не везет. Что-то у него какая-то болезнь, блин. До свидания, рады мои.